Всем привет, дорогие друзья! Лето на улице замечательно. Я снова на своей летней винокурне. Вот у меня греется полный куб солодовой браги. Рядом собран дистиллятор, сейчас установлю. Работать сегодня будем вот на таком простейшем дистилляторе. То есть это хорошо вам известный вот этот аламбик и простейший холодильник. После разворота на 180 градусов. Но видеоролик сегодня будет, друзья, не о дистилляции. На аламбике видеоролик будет о следующем. После получения дистиллята вот в этом бокале, как раз один из таких, при растворении их водой, доведение до питьевой спиртуозности, заливаем воду. Ну, видно, но мало. Сейчас я удвою объем. Ну, вот так получше видно. Сейчас пузырьки вот эти растворятся, которые находятся в толще жидкости. Ну, вот пузырьки растворились. Надеюсь, прекрасно видно. Мы наблюдаем вот такую красоту. То есть, сильное помутнение жидкости в стакане. Хотя было туда залито две совершенно чистых жидкости. То есть, вот этот дистиллят до растворения его с водой. Он совершенно кристально прозрачный. И вот это, друзья, физическое явление рассеивания света мутной средой, которое обусловлено ее оптической неоднородностью, называется опалесценция. Ну а происходит это, друзья, по той причине, что во двор было запущено большое количество жирных молекул, промежуточных или переходных фракций. И они не могут быть растворены водой в достаточной мере. И вот мы наблюдаем это коллоидное помутнение. Получить такой дистиллят, друзья, довольно сложно, проблематично. У меня практически никогда не получается. То есть вот в этой бутылке, если вы смотрели прошлый видеоролик про многотрубную царгу, это то, что мы отбирали во время отбора голов из верхнего узла, это то, что мы отбирали снизу. Это именно переходные фракции промежуточные. Вот. Ну и вот я их растворил водой. Но у многих почему-то при работе с простейшими дистилляторами, а не с колоннами, очень часто вот это возникает. Ну и сегодня покажу один из вариантов, как с этим бороться. Ну и соответственно сейчас я постараюсь умышленно накосячить и получить именно такой дистиллят, который при разбавлении водой будет мутнеть. Если мы возьмем головные фракции из того же погона и тоже разбавляем их водой, даже сделаем спиртуозность поменьше. Сейчас пузыри успокоятся. Ну и вот стакан кристально чистый. Хвосты же сами по себе имеют спиртуозность менее 20%. Ну и растворять их не приходится. Так, друзья, дистиллят получен. Спиртуозность его 68%. И сейчас вот у меня здесь какое-то количество воды. Дистиллята этого, то есть в общем и целом, если все это мы совместим, то получим содержание спирта 40%, и все это должно у нас влезть в эту банку. Заливаем воду. Ну вот, вода смешивается с дистиллятом, большое количество пузырьков. Да, друзья, после смешивания все получилось совершенно чисто. Накосячить не удалось. Ладно, попробую в следующий раз. А нет, друзья, не зря я старался. И все-таки вот на следующий день мы видим вот такую опалесценцию в банке. То есть все у нас получилось. Банка вот такая белеса. Ну не знаю, насколько это передает камера. Ну хотя, скажем так, вот эта опалесценция еще такая. Не очень сильно выраженная. Бывает, когда это вообще чуть ли там не как молоко белое все. Ну и как с этим бороться, друзья? Ну вот такой еще, в принципе, как у меня тут получился. На стол-то можно поставить. А вот если он еще более белесый, то уж как бы вроде как и некрасиво такой напиток подавать. А побороться с опалесценцией можно двумя вариантами. Вариант первый. Куб, дистиллятор, перегонка, подрезка промежуточных фракций. Снова на этапе перегонки. Снова разведение водой. И напиток будет чистым.
Ну, опять же, мы подрежем не только промежуточные фракции, мы и довольно сильно подрежем ароматику нашего напитка. Но опять же, вот этот вариант с дистилляцией, он довольно сильно растягивается по времени, там как и сама дистилляция, процесс не очень быстрый. Ну и снова напиток нужно будет после перегонки развести водой, снова дать ему отдохнуть какое-то время, это неделя, полторы-две. Поэтому это и трудозатратно, и энергозатратно, и длительно. Есть более простой вариант, как избавиться от опалесценции. Ну и сегодня на нем мы остановимся. К сожалению, запасы угля у меня давно закончились. И вот я в СДЭКе забрал вот такую коробочку. А в ней два варианта угля. Вот в таких пакетах черных. Уголь я всегда стараюсь брать у производителя. По какой причине? Потому что в этих пакетиках будет именно то, что написано на пакетике, без какого-либо обмана. Потому что упаковщики, ну, во многом, вот, например, для образца, да, вот у мэтра я покупал мясо жарить. То есть это тоже березовый уголь. Вот, взяли там кочергу, растолкли его, засыпали в эти пакетики. Вот вам, пожалуйста. Но угли-то совершенно разные. Ну и дабы избежать такого обмана, всегда берите уголь у производителей. На этот раз я брал уголь, компания называется Уралхимсорб, по-моему, это город Пермь. Ну и взял на пробу вот два варианта. Не знаю, чем они отличаются. Вроде и тот, и другой, это березовый дробленый активированный уголь. Ну вот этот БАО ЛВ, это используют на... Ликероводочные заводы его поставляют именно. Ну, а БАОА, мы уже сталкивались с этим углем неоднократно. То есть, часто его использовали. Взял на пробу тот и тот. Посмотреть, что получше, что поинтереснее. Ну, и понравилось то, что, вот, например, у меня пакетики я на пробу взял по 500 грамм в каждом угля. Вот. А упаковка у них идет вплоть до 10 килограмм. Можно взять по килограмму, по полтора, там, по два, по пять, сколько угодно. То есть, любая развесовка. Довольно-таки удобно. Ну и с деком отправляют то же самое. Буквально за несколько дней уголь мне приехал. Ну и по ценнику там что-то вот 500 грамм, что-то там 230 чем-то рублей стоит всего. Ну то есть ценник очень и очень гуманный. Как вы помните из моих прошлых видео, я использовал вот эту углевалочку. Ну то есть вот такой китайский насос. Вот блок питания от него. Ну и соответственно труба, картридж, которая заполнена активированным углем. Здесь из вспененного полиэтилена стоят пятачки. Пятачки эти я вытаскивал из фильтров барьер, тоже таких же угольных, ну, вот для очистки домашней воды, которая используется. Ну, старый уголь вот я высыпал. Ну, а вот эти пятачки из полиэтилена, вот так вот. Они у меня здесь вставлены, ну, и вот так вот выглядят. Углевалочка эта удобная рабочая, за исключением... одного момента. Вот эти насосы, они, ну, очень шумные. Трещит он жутко. Находиться в комнате, где проходит углевание, ну, просто невозможно. Ну и ладно, это вот когда там лето, на улице или есть какое-то обособленное помещение. А зимой там в квартире, если вы занимаетесь этим на кухне, то это, конечно, жуть. Этот насос трещит страшно. Ну и поэтому с некоторых пор систему углевания я немножко усовершенствовал. Сейчас я вам покажу. Во всем этом процессе я стал использовать вот такой насос. Ну, я уже показывал вам подобный насос. Мы используем для перекачки пива, сусла. Вот. Ну и они везде у меня используются, эти насосы. То есть вот на нем прикручено два таких вот соединения кламповых под 1,5 дюйма. Этот насос можно установить куда угодно. И его даже элементарно приделать к перегонному кубу. То есть мы просто снимаем тен. На этом кубе у меня единственный выход под тен 2 дюйма. Ну, поэтому вот использую такой переходничок вместо тена. Ну, на другом кубе, который вот сейчас занят под колонну, у меня сразу здесь есть выход 1,5 дюйма. То есть насос устанавливается прямо на этот выход. Ну, вот такая, в общем, получилась конструкция. Она довольно громоздкая, потому что переход с 2 на 1,5. Опять же, 1,5 переход снова с 1,5 на 2, потому что колонну
мы оставляем двухдюймовую. Если использовать тот куб, то нам всего лишь нужен один вот этот переходик, и мы устанавливаем колонну. Далее ставим вот этот диск из спиненного полиэтилена. Он ставится элементарно, вот так вот его раз, и установили. В связи с тем, что здесь идет на конус, вот этот элемент, диск туда дальше не проваливается, то есть стоит довольно прочно. Ну а вот и сама колонка установлена. Ну давайте, БАУ А использовал 100 раз, да и вы, наверное, тоже. А вот БАУ ЛВ ни разу. С него и начнем. Пакет сделан очень удобно, он закрывается герметично, то есть можно насыпать угля и снова его закрыть. Ну вот такая фракция, обычный березовый уголь. Ну и через вороночку, чтобы не просыпалось ни капли, заполняем. Ну вот, картридж полный под завязку, берем носик, вставляем сюда еще два кусочка вспененного полиэтилена. Вот такая конструкция получается, плотненько, ровненько, четко. Ну и соответственно нам нужен шланг, чтобы возвращать жидкость в куб. Ну, можно было извратиться, тут продолжить дальше всю вот эту металлоконструкцию, но уж не будем. Следующий нюанс. Я всегда промываю уголь чистой водой. То есть я вот беру воду из системы обратного осмоса, заполняю куб немного. Ну вот и все. Система собрана. Шланг, в кубе вода. Включаем насос. Все, насос начал работать. Ну и вот такая струйка у нас из него выходит. Скорость потока жидкости можно в разы увеличить, но для этого нам нужно, чтобы вот этот колпачок был большего диаметра. Ну и, соответственно, шланг этот тоже. Ну, можно собрать как бы конструкцию, дополнить вот из этих уголков и вернуть обратно в куб жидкость. Уголь, кстати, на удивление, заметьте, практически нет угольной пыли в кубе. Уголь хороший. Можно было и не промывать, если бы знал, что такое уголь. Ну все, выключаем насос. Жидкость из колонки уходит обратно в куб. Удаляем ее и заливаем наш дистиллят. Ну что, забрасываем дистиллят. Видите, уголь хороший. Вот эта промывка здесь, в принципе, была и не нужна. Уголь порой попадается настолько некачественный, что прям ты включаешь насос, и у тебя все сразу становится черным. Весь дистиллят. О, дистиллят шикарный, ароматный, классный. Прям такая хлебная ароматика чувствуется. Просто вылил в кастрюлю, стоишь рядом и слышно. Ну вот все, насос я снова запустил. Ну и как вот уже на воде вы смогли заметить, удобство этой конструкции в том, что когда мы останавливаем вот этот насос, насос центробежный, то есть он жидкости никакого не оказывает сопротивления, то есть не является для нее препятствием. И у нас из картриджа весь наш дистиллят возвращается в кубы, то есть мы забираем его весь до капли. Вот с тем насосом мембранным, то есть у нас картридж все время хранился со спиртом, что тоже не есть хорошо. Вот, картридж всегда был заполнен. Ну, слить его возможным не представлялось. Ну, имеется в виду без разборки, просто вот физически сливать. Здесь же вот такая удобная конструкция. Просто выключили насос, и весь дистиллят у нас в кубе. На кубе открыли кран, и весь дистиллят из куба забрали. Ну и вот, как видите, фильтрация идет. Камера стоит рядом, я с вами свободно разговариваю. Шума ноль. То есть абсолютно тихий насос. Ну, вы все с ними сталкивались, это насосы используются в отоплении. Они совершенно беззвучны.
Если для контраста включить вот этот насос, ну это он в холостую, без жидкости. Жидкость он еще громче работает. Ну вот опять же, подобную систему используем при варке пива, ну соответственно без картриджа с углем. То есть из-под щелевого сита насос забирает сусло и возвращает в куб, тем самым создает на сите фильтрующий слой. Ну а дальше этот шланг перебрасываешь в следующую емкость и получаешь чистое пиво. Ну что, друзья, минуло 5 минут угревания. Давайте посмотрим, что получается. Стаканчик. Так. Опа. И поднимаем шланг. Опять же, вот просто, чтобы остановить поток жидкости, можно переломить шланг, пережать его. Ну и как видите, для насоса это совершенно не критично. То есть ему все равно, он крутится, докрутится. Так, смотрим. Ну, уже, например, я не знаю, насколько это видно на камеру. Против света ее, наверное, не поставишь. Ну, уже вот спустя 5 минут в этом стакане никакой аполисенции я не вижу. Смотрим, что по ароматике. Ароматика также прекрасна. Ничего уголь вообще не изменил. Не появился даже вот этот водочный привкус, запах. Попробую. Ну и во вкусе тоже все очень хорошо. Так, ну давайте, наверное, еще оставим на 5 минут. Ну вот все, друзья, на ваших глазах мы полностью избавились от аполисенции. На ароматике эта напитка не отразилась совершенно никак. Ну если, наверное, вот так вот полчасика, то, наверное, чуть-чуть чего-то водочного добавит. Так, минуло еще 5 минут. Давайте посмотрим, что у нас здесь получается. Заполняем снова стаканчик. Ну, аполисенция исчезла в первые 5 минут. Я хочу попробовать, изменилось ли что-то во вкусе дистиллята. Нет, запах по-прежнему замечательный. Никак уголь на запах не повлиял. Вы знаете, вкус особо не изменился. Да, это слишком маленький период времени, чтобы этот дистиллят как-то приблизить к водке. Вот. Но для того, чтобы превратить его в кристально чистый дистиллят, этого времени достаточно. Возвращаем в банку. Вот для этого насоса просто шланг переломили, насос продолжает работать. А мы свободно можем там перебросить шланг. Ну а вот, как видите, не успел включить, то есть после выключения насоса полностью все содержимое колонны вернулось в куб. То есть вот я весь куб слил через насос, после его выключил, и вот остаток вернулся в куб. Ну что, пока я тут про насос вам рассказывал, у нас темнеет довольно быстро. Ну и, наверное, света вам уже не хватает, чтобы понять, каков напиток. Но напиток кристально чистый, аполисенции нет абсолютно. Ну вот и все, фильтрация закончилась. Ну и осталось вам рассказать, что я использовал и где это брал. Значит, куб самый обыкновенный, у всех он разный. Вот благодаря такому переходничку можно прикреплять насос вместо тена. Переход с 1,5 на 2 дюйма. Все вот эти трубки, они есть у каждого, то есть это просто детальки от ваших самогонных аппаратов. Далее, вот эти пятачки из пененного полиэтилена, я их извлек, разрезал картридж фильтра «Барьер». Угольный картридж продается везде, во всех магазинах, где продаются фильтра для воды.
Вот. Ну и как бы отработанный вот этот фильтр, его разрезаете, этот вспененный полиэтилен, он вечный. Извлекли, и вам его хватит на всю жизнь. Так, насос называется он вот так. Где его купить, вы можете загуглить. Кто из Брянска, я покупал его, ну я покупал их несколько, покупал в Супонево. Есть магазин там Баумакс, и вот напротив этого Баумакса магазин там... Люди занимаются отоплением, всеми вот этими фитингами, трубами. И вот у них они были в наличии, я поехал, купил эти насосы. Далее уголь. Уголь заказывал вот здесь, видно, наверное, телефон. Уралхимсорб.ру. Вот этот сайт, ценники, опять же, и фасовка. Там все указано, все классно оформлено. Отправляют с деком. Вот это будет рекламой для этого угля. Аплодирую стоя. Как бы просто шикарный от березового угля. Такого результата я не ожидал. Честно сказать, от слова вообще. От него, как вы видели, не было никакой вот этой затемнения воды. То есть не было никакой грязи в дистилляте. Отработал просто на ура. Ничуть не испортив ароматику. Ароматика, по-моему, стала даже лучше напитка. Просто аплодирую стоя. Уголь шикарный. Вот. Ну и еще раз, друзья, повторюсь, как бы, чтобы у вас не было негативного опыта работы с древесными углями, покупайте их только у производителя. Не покупайте в мультибрендовых интернет-магазинах. Не заказывайте не бог весть что. То есть, когда уголь вам отправляет производитель, то, что написано на этом пакетике, то в этом пакетике и положено. Вот. Если вы заказываете уголь в каких-то мультибрендовых интернет-магазинах, менеджер идет в соседний магазин, покупает вот такую вещь, берет кочергу, ведро, раздолбил его, рассыпал по пакетикам и отправил вам. И вы просто напиток уничтожаете. Потому как общего между вот этим углем и вот этим ничего нет. Совершенно разное производство, совершенно разные технологии. И каждый из этих углей служит своим совершенно разным целям. То есть тот уголь тоже неплохой, чтобы на нем шашлык пожарить. Но фильтровать напитки с помощью него нельзя ни в коем случае. Ну а на этом, друзья, все. Надеюсь, это видео кому-то было полезно и интересно. Всем пока, будьте здоровы. Ссылку оставлю под видео.